Глава Самары Елена Лапушкина проверила строительство социально значимых объектов. В Куйбышевском районе завершается возведение закрытого бассейна. Он предназначен для тренировок спортсменов и занятий обучающихся. Чаша бассейна размером 25 на 16 метров, имеет 2 метра в глубину, там предусмотрено 6 дорожек. Сейчас она уже оформлена мозаичным покрытием. Работы продолжаются как внутри здания, так и снаружи. В ходе предыдущего объезда глава города отметила необходимость наведения порядка на прилегающей к объекту территории. Сейчас уложено плиточное покрытие, отсыпаны газоны, выполнены парковочные зоны, проезда. Внутри были не окрашены стены, они окрашиваются в последний момент, чтобы не нанести ущерб этим покрытиям при установке там последнего финишного оборудования, конечных приборов, это осветительных, розеток и так далее. А в промышленном районе в границах проспекта Кирова, улиц Старозагора, Воронежское и Московского шоссе возводят новый детский сад на 240 воспитанников. Елена Лапушкина проверила, на каком этапе сейчас строительство. Планируется, что детский сад примет 12 групп, 4 из которых будут ясельными для детей от 1,5 до 3 лет. В здании сейчас завершаются отделочные работы, стены окрашены, полы готовы для укладки линолеума. Ведется монтаж сантехфаянса во всех санузлах 2-го и 3-го этажа, 1-й этаж – затирка плитки и следом сразу расстановка санфаянса. И по наружке в основном все работы, это по благоустройству, вот с той части ведем установка малых архитектурных форм, теневых навесов для детей на игровых площадках. Напомним, что дошкольное учреждение возводится по нацпроекту «Демография». Большое внимание созданию мест в детских садах уделяет губернатор Дмитрий Азаров. На протяжении последних 5 лет в Самаре ввели в эксплуатацию 7 дошкольных учреждений. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.